Бакинский международный центр мультикультурализма реализует проект «Политика мультикультурализма как ключ к глобальному и региональному миру» в рамках 12-й международной летней школы мультикультурализма. В мероприятии участвует свыше 20 студентов из 14 стран, а также азербайджанских университетов. Сегодня участники летней школы в аллее почетного захоронения почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева. Было почти на память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. В мемориальном комплексе «Шахиды Архиябану» участники мероприятия почтили память героических защитников, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Участники летней школы, которая продлится до 31 июля, побывают также в Шеки, Гебеле, Гахе. На мероприятии будут проведены семинары и заслушаны лекции азербайджанских ученых. Также состоятся встречи с известными общественными деятелями, религиозными лидерами Азербайджана. Основная цель мероприятия – широко проинформировать молодежь о модели азербайджанского мультикультурализма, пропагандировать призывы Азербайджана к миру в регионе. С другой стороны, довести до внимания молодежи существующее в Азербайджане наследие ислама и христианства, образ жизни евреев в нашей стране, а также межрелигиозный диалог между другими религиями и наглядно показать им азербайджанскую модель в этом направлении. В работе летней школы участвую впервые, в Баку, в частности, в Азербайджане уже не первый раз, вот, поэтому, какие могут быть ожидания? Здесь в рамках программы принимают участие ребята из многих стран, и поэтому, конечно, интересно изучение культуры не только Республики Азербайджан, но и также общаясь с ребятами из других стран, интересно изучение также их культуры, какие у них там культурные особенности. Я впервые в Азербайджане, мне здесь все очень нравится.